Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. Помните, купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу. При купании недопустимо плавать в незнакомом месте под мостами и у плотин, нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна, заплывать с буки и ограждения, приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. Избегайте употребления алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль. Не умеющим плавать, купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра. Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами. Купание запрещено. Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит только от вас. В целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период необходимо провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде. От этого зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра. Категорически запрещено купание детей без надзора взрослых в незнакомых местах, на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах без надзора взрослых. Необходимо соблюдать следующие правила. Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела, не ниже установленной нормы. Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне, особенно головой вниз, при нахождении вблизи других пловцов. Продолжительность купания не более 30 минут при невысокой температуре воды не более 5-6 минут. При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам. В избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе. Не допускать ситуации неоправданного риска, шалости на воде. Уважаемые взрослые, родители, руководители образовательных учреждений, педагоги, помните, только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду. При возникновении несчастных случаев звоните по телефону 112.